Хорошее слово, сказанное к месту, может быть дороже любых земных богатств. Точно так же одно плохое слово может стать причиной больших проблем. Передают со слов Ади бин Хатима: «Да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а кто не найдет и этого, то с помощью доброго слова». Также в дополнении к этому, от Абу Хурайры, «Да будет доволен им Аллах», передается: «И доброе слово является милостыней, садака». فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ